Дорогие друзья, я вас хочу, прежде всего, хочу поздравить. Это для нашей истории, для уверенности, внутренней стержень, она очень необходимый игры кочевников. Потому что через спортивные игры рождается много, которые забыты традиционной культуры нашей, одежды. Кочевники кто? Если мы будем заглядывать назад, кочевник – это народ, который жили в горах. Для них одежда была самой, они выбирали только одежду комфортную, удобную, и чтобы, естественно, дышащие материалы. Вот цветовая гамма, если обратите внимание, вот визитная карточка. В этом году игры кочевников сопровождаются вот этой цветовой гаммой. И мы, я бы хотела, чтобы издалека видна была эта цветовая гамма. Спортсменов одели, получается, спортивный костюм, верх и низ футболка. Почему красный цвет? Это наш флаг, во-первых. Ну, мы хотели, чтобы наши спортсмены выделялись. Также там присутствует логотип с брендбука «Игры кочевников» на левой груди. Сзади написано «Кыргыз Репаблик», чтобы все знали, что это спортсмены нашей республики. У спортсменов еще кроссовки. Кроссовки тоже немаловажная роль. Там присутствует как бы гелевая стелька, которая запоминает форму ваших, ну, стопы спортсменов.